У Гомелі на электронные торги выставили 5-поверховый дом за одну базовую величиню, продали за 5,5 тысяч рублей. Привабной пропановой скористалися трое индивидуальных предпринимальников. Их конкуренция завершилась на 1555 ставце. У вынику цена будинка узросла у больше, чем 200 разов. Рекордные электронные торги отбылись на передодні. Организатором выступил комитет державной майомости Гомельского облвыконкама. Специалисты отмечают, что это самый буйный объект, який когда-нибудь выставлялся на продажу Гомелі по такой низкой цене. Площадь будинка свыше 4,5 тысяч квадратных метров. Переможца торгов так само отримал право аренды земельного участка площадью 1600 квадратных метров термином на 54 года. По умовах электронных торгов, проз год с моменту подписания документов новый владельник обязан начать предпринимательскую деятельность. А кроме того, переможца торгов может снести особные объекты, те увогуле у весь будинок, а на этом месте узвести новую побудову. На это вызначены трехгодовый термин.